Короче, самое ужасное — это Перу. Ой, нет, Колумбия. Желтый пакетик. Доставку закрыли. А это не меню положить? Какая гречка с сыром и тут яичко. Где этот бутерброд, да? Тот самый. А тут сырник, потом покажу. Сырник. Это голубика, какой-то матча-крем и карамель. Я пошла в кофейню Гош Коллектив за кексами. На улице дождь такой неприятный. Ну и холодно в целом. Ужас. За всей фиг дорогу перейдешь, все в воде. Обратно, по другой стороне пошла, как мне типа это нужно. Сейчас приду домой, покажу, что купила. Да, ореховый. Орехи есть. И кекс. Доброе утро. Распаковка. Вода, сосиски, помидоры, кофе, соль, киндер. Бисквит, салат айсберг. Приехали в спортмастер. Зачем, не знаем. Уже взяли носки мне для активного отдыха. А куда он подъедет? Сюда прям? Такой грязный, конечно. Распаковка. Что мы купили в спортмастере? Носки мне. Носки мне. Для активного отдыха. Мне. 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 Это мне. Никите. А, вот эти Никите, а вот эти мне. Ну, запутал, что орать-то. Никита взял себе новые варежки для катания. Батончики фруктовые. И мне вот такую вот кофту для катания. Все. Суп цыпленка у Никиты какой-то. Выпечала. Такая пицца. Все. ДНС за колонками. Были в ДНС, забрали вот колонки. Никита Чеглов. Дорежь. Да я видео снимаю, ты что ты делаешь? У тебя одна ягодка. Убери руки. Это брауни ягоды. Вот мне сколько. Я иду на почту. Вон видно дом наш. До этого показала. Пришли посылки с Алиэкспресс, причем недели за полторы. На кольце не работают светофоры ни с каких сторон. Я вообще ненавижу такое. Как идти? Ну все, я забрала посылку. Пока я там была, заработал светофор, слава богу. Так что нормально, что пойду по светофору. Как человек. Дождь пошел. А мы? Какие мы? Нету мы никакие. Я иду за сэндвичем. Никита вместе со мной.
Зачем так? Ну что это такое? Я не знаю, что, как говорить, если нельзя говорить мы. Что это, Афанасий, существо? Ладно, идем за сэндвичем. А это что такое? Проводится операция. О, это ж давно не брали такое. Смени пола. Заходили на Валтерис, вот пришел заказ. Маска для волос и белье. За кока-колу и не пить еще главное день рождения, потому что мы уже ее выпили. Надеюсь, что эту мы не выпьем. Надеюсь, что она тут есть, кстати говоря. Литр кока-колы и две баночки пепси. Никита пошел забирать, а я на улице его жду. Нам пришли фильтры для увлажнителя воздуха. Это старый, да? Да. А это новый. Это отработанный. А вот черный. Это новый. Ох, о, для сравнения. А, ну с этой стороны голубой. Я буду сейчас упаковывать подарки на день рождения Никите. Обзор на пепси. Очень вкусно. Поели роллы. Очень вкусно. Называется только суши. Никита моет посуду. А я сижу. Ничего не делаю. Пью пепси.